Леонид Парфенов выдал дочь замуж в Тель-Авиве. 6 лет назад дочь знаменитого телеведущего уже собиралась замуж, но тогда отношения не сложились. Перед самым торжеством пара рассталась, об этом рассказала жена Леонида Парфенова. Теперь же Маша обрела личное счастье. Свадьба прошла в загородном клубе под Тель-Авивом. Рядом со счастливой Марией были ее родители, Леонид Парфенов и Елена Чекалова, которые передали дочь в руки избранника согласно еврейским традициям. Супругом Марии стал бизнесмен Сергей Мхитарян. У него закрытые соцсети, поэтому пока никто не может точно понять, когда пара познакомилась и как быстро они решили пожениться. Сама Парфенова впервые рассказала об избраннике в июне, когда опубликовала с ним фото. Буквально пару дней спустя она уже была помолвлена с Сергеем. Свадьба прошла в стиле хупу. Именно так называется бракосочетание по еврейским обрядам в Израиле. Торжество устроили скромное, были лишь самые близкие родственники и несколько друзей. Ни одной знаменитости и ведущего замечено не было. Молодожены решили соблюсти все традиции, но добавили при этом современные нотки, стильные наряды, красивые украшения зала и множество цветов. Пока непонятно, где будут жить молодожены, так как они оба путешествуют по миру и живут на 3 столицы – Москву, Лондон и Тель-Авив.